Расследование едва не прекратилось. Голландским журналистам удалось обжаловать действия полиции, которая изъяла у них привезенные из Донбасса улики по рейсу MH17. В итоге суд закрыл правоохранителям доступ к собранным данным. Кроме того, в ситуацию вмешался Союз журналистов Нидерландов. Несмотря на это, наши коллеги обеспокоены тем, что сотрудники полиции могли сделать с вещдоками, пока те находились у правоохранителей. Ранее голландский журналист, который расследовал крушение малазийского Боинга в Донбассе, заявил, что надеется на поддержку из Москвы. Микель Спекерс рассказал, что нашел на месте инцидента обломки лайнера и, возможно, человеческие останки. Все это он привез в Нидерланды, чтобы провести собственное расследование. Но в аэропорту Амстердама Спекерса вместе с коллегой задержала полиция и изъяла все потенциальные вещдоки. В прокуратуре заявили, что привезенные артефакты исследуют в ближайшее время. Лайф смог связаться с Микелем Спекерсом. I hope there will be some response from Russia, what they think about what's happening. From Parliament or from the Department of Foreign Affairs, like the Ministry, it would be great if they respond on what they think about the situation. Russia helped us a lot already with letting us through Russia into Donetsk. So I'm really thankful for that. And I'd like also to do more with Russian